Ну шо, поехали. Так, падение Лордерона. Смотрим фильмец. Ладно, пока смотрите. Я подумаю, бутик себе сделаю. Чё, чума была в мире. Чё, второй раз не может быть. Крысы вон куда не сожрут, укусят кого-то, и все. Пожалуйста, начало чумы любой. Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов подвергнуть ряд Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям Лордерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях. Они и есть пленники, король. Что это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Тьма возвращается, и мир находится на грани войны. Довольно, стража! Уведите этого безумца! Слушайте меня! Единственное спасение для вас, люди, это путь на запад, в древние земли Калимдора. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Война уже угрожает нашим землям, но принимать решение будем мы сами. Слушайте, вам пророчество говорят. А теперь сам пророк. Ошибка обошлась человечеству слишком дорого. Это не должно повториться вновь. Если вы не способны нести это время, я отыщу того, кому оно будет по силу. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Факт. А потом говорит, о, ты нам не помог, бла-бла-бла. А сами виноваты, по факту. Была первая оборона Страмбард. Недавнее восстание орков в Южном Лоре вынудило Верховное командование Альянса принять самые решительные меры двум знаменательным паладинам – Утро Светоносому и Артусу. Принцу Лордерону было приказано разобраться с орками раз и навсегда. Добро пожаловать, принц Артес! Ваше присутствие — большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже рад, мой мальчик. Хорошо, что король Теренос прислал мне на помощь именно тебя. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал.
это еще не все. Неподалеку находится деревня Странда. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Ну, взяли всю мою армию. Так, погнали. Где враг? Отличный план. Во имя правосудия. Конечно. Кстати, что хотел сказать. Моя, кстати, самая любимая... Боже, я обосрался. Отличный план. И самая, кстати, моя любимая раса в Али... Али, хотел сказать, в Варкрафте. Конечно. Это... Блин, чё нежить? Не знаю, всегда нравится. Разумеется. Всего. Конечно. Отличный план. Сейчас, пацану возьмём. Мы будем драться за Лордерон. Мужики, к оружию. Где враг? Свет дает мне силу. Разумеется. Прошу вас помогите. Гномы утащили в лес моего крошку Тимми. Умоляю, спасите его. Конечно. Разумеется. Отличный план. Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Боже, легенда про Тимми — это легчайшая легенда. Не нужно хвалиться. За моего отца! За честь и отвагу! Я вас против! А, нету этого. Я вас честь! Где враг? Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Угу. Кстати, вот тут задание. Просто есть Тимми. Недавно стало холобочным гномом на холмике свинины и все такое. Конечно. За честь и отвагу! Жалкий глупец. Да, ваш бродяга, так точно. Вообще тут силка свет. Этому арту нужна. Поздно просить пощады. Они получат по заслугам. Свет дает мне силу. Отличный план. Разумеется. Отличный план. Конечно. Отличный план. За моего отца! Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. Конечно. Поздно просить пощады. Боже, я никак не помню, я ящики не особо сильно смотрю. Конечно. Жалкий глупец. За моего отца! Поздно просить пощады. За моего отца! Отличный план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Вот туда еще, конечно. Пацаны. За честь и отвагу! Спасите нас! Это ловушка. Забирайте все, парни! Все, что у них есть ценного! Разумеется. Конечно. Отличный план. Конечно. Разумеется. Конечно. Отличный план. Разумеется. Нас грабят! Помогите! Было ваше, станет наше. Нам никто не указ. Эти негодяи украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вас, верните ее. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Отличный план. Жалкий глупец. Разумеется. Отличный план. Разумеется. Помолись.
неси. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно, разумеется. За честь и отвагу! Это почему на низ? Это очень легкий уровень. Благодарю вас за помощь. Сейчас вам там книгочку. Пожалуйста, возьмите это. Да. Нам дали защиту, если что. Где враг? За честь и отвагу! Там плюс один? Конечно. О, хотите что-то? Проклятие, орки уже напали! К оружию, братья! Кстати, за Артеса может всю компанию часа в соло пройти. От меня причина. Если у него такая способность, я чисто за нее очень много игру пройти. Даже на мощном уровне сложности. За честь и отвагу! Ну это, конечно, долго. Свет но... дает мне силу. Кому как. Отличный план. За честь и отвагу! Отличный план. Вот, смотрите. Огляй. Блин. Не нужно кланяться. Блин, а он раньше говорил фразу, что-то там, что-то конечно. Знакомое место? За или честь и отвагу! Что-то он это говорил? Чей ты вообще не был? Конечно. О! Разумеется. Отличный план. За моего отца! Конечно. Поздно просить пощады. За честь и отвагу! Разумеется. Конечно. Отличный план. Конечно. Разумеется. Вот сюда, если пойдем, тут есть два халявных. Отличный план. Два или три, я не помню, если честно. Теперь я действительно зол. Конечно. Три все-таки. Поздно просить пощады. Что прикажете? Где враг? Разумеется. Так и глупец. Как скажете. Так точно. К оружию! Во имя правосудия. Конечно. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Конечно. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Они получат по заслугам. За моего отца. За честь и отвагу. Отличный план. Жалкий глупец. Они получат по заслугам. О. Конечно. Разумеется. Отличный план. За честь и отвагу! За моего отца! Они получат по заслугам! Отличный план! Угу. Тащи этих вместе с остальными! Тащите их! Угу. Разумеется. Божественный свет, принц Артес. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, их мы убьют. Спасем их. Спойлер. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Я. Принц Артес, лорд Утор ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! Вперед. Так мы все равно орки. Орки-то такое.
цветочки.